В соответствии с графиком, магаданский ГЛУТ полным ходом асфальтирует дорожное полотно улицы Приморской. Магаданская погода благоволит дорожникам и работа кипит. Уже скоро улица Приморская станет одним из самых комфортных и благоустроенных пространств столицы Колымы. Отличительной особенностью проводимых работ является их комплексный характер. Параллельно со строительством фактически новой дороги Горсвет завершает установку системы уличного освещения. Фасады многоквартирных домов ремонтируются по всей улице. Как продвигаются дорожные работы, вечернему Магадану рассказал заместитель директора ГЛУТ Константин Махалин. Сейчас на Приморской укладывается верхний слой асфальта. Потом будет, дальше идет установка бордюрного камня. Дальше будет подготовительная работа еще вот до конца разрытия. Также ведутся работы по установке бордюрного камня на тротуаре и будут асфальтированы тротуары. Около 20 единиц спецтехники работают на всем протяжении улицы Приморской. Общая площадь асфальтового покрытия по улице Приморской составляет 6000 квадратных метров.